Всем привет! 22 апреля. Меня, может быть, плохо слышно. Тут метель пошла, ветер сильный. Посмотрите, это снега. Это просто что-то. На Пензу уже третий или четвертый раз в апреле приходит снегопад. Снег сыпется без остановки. Попробую снять. Без остановки. Ветер очень сильный. Я приехал сюда на участок посмотреть, как дела. Хотел немножко огородом позаниматься. И вот последние полчаса просто началось что-то необъяснимое. Сыпет и сыпет и сыпет. Видно, как метет. Вот это все снег. Видно вам, очень хорошо видно со стороны дороги, как метет. Ветер немножко успокоился, но это прям слегка. Видно, как мотаются елочки, можжевельник. Только недавно я его подвязывал. Ну, немножечко успокаивается ветер, но это временно, он прям то сильный, порывы прям метров до 20 доходит точно, меня аж прям сдувало. Сейчас покажу. На днях мы рассаживали можжевельник, веточками укореняли, тоже снимали видео, но еще не до конца обработали его. На днях выйдет видео. Рассаживали можжевельник, укореняли веточки. Подробно я вам именно в следующем видео, вы все увидите подробно. Я вам там расскажу, как это все правильно делать. И постараюсь уже каждый месяц вам отделать отчет именно вот по этому можжевельнику. Как он себя чувствует, как у него дела. Посмотрим. Первый год он никак расти не будет. Первый год, полтора, он будет только укореняться. Вот. А уже на второй год, на третий он будет набирать силу и пойдет в рост. Так, будьте здоровы. Дома вам скучно. Вот, чтобы не скучали, я вам периодически буду снимать видео. 15 минут назад вот это полотно с клубничкой было чистое полностью. Это вот агроволокно, оно черного цвета, оно было чистое. Вот намело, это за 15 минут. И еще не хочет, даже не планирует останавливаться. Вот. Как-то так. Всем привет. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Буду каждый день у меня не получается. 2-3 видео в неделю буду стараться со своего участка вам отправлять. Чтобы, если вам кому интересно, что я тут делаю. Вот. Еще раз покажу. Все, всем пока.